Медиагруппа «Ритм и Гор» представляет. Любимая дочь даргинского народа. Талантливая и неподражаемая Фатима. 22 февраля в 19:00 в Махачкале в банкетном зале «Дворец Султана» прозвучит долгожданная сольная программа «Мелодия любви». Гости программы: Патимат Кагирова, Хасбулат Рахманов, Пазилат Амарова, Анора, Абакар Курбан Адамов, Лаурита, Магомед Аликперов, Тахмина Умалатова, Руслан Гасанов, Жаклина, Апанди Исмаил Гаджиев, Магомед Лукманов, Ганапи Абуев, Пьер Айджо. Справки и заказ билетов по телефону 8 928 553 18 18. Ведущий концерта Расул Алибеков. Не пропустите яркое шоу любимицы даргинского народа Фатимы.